Привет, я дядя Деда. Мне очень скучно сегодня. Я хочу найти хоть одного друга, с кем можно поболтать, повеселиться. Мне сказали, что Маркус очень классный мальчик. Помогите мне, пожалуйста, Тин Тайтанс найти Маркуса. Я так хочу друзей. Тин Тайтанс, гоу! Ладно, мы сейчас быстренько сядем в домик доктора Ху и полетим искать Маркуса. Ну, титаны, готовы? Да, мы готовы. Все, полетели? Добрый путь, ребята, найдите мне Маркуса. Ладно, дядя, мы полетели. О, привет, розовый. Мы тоже вот ищем друга Маркуса для Uncle Grandpa. Какой самолетик? Мы летим на во. Но видите, какой у нас домик доктора Ху? Мы летим в домике. Никаких самолетиков нам не надо. О. Ну, кто из вас знает, где Маркус прячется? Где, где? Где, где? Эй, принцесса, сходи к логопеду, ничего не понял. Какая зарядка? Ты что? Ночь во дворе уже. Она зарядку, понимаешь ли, начинает. А ты что смеешься, заяц? Зайцы! Зайцы, перестаньте смеяться! Зайцы! Ну все, зайцы, вы доигрались. Пока, зайцы! Все, пока, зайцы, вас догонят. Какой бяки-буки? А ты что орешь тут? Всех соседей разбудишь. Если еще будешь орать, я тебя в суп сварю, понял? Поняла? Да, все, спать, значит. О, привет, Нолик. Маркуса видел? Кого чинить? Маркус мальчик, его чинить не надо. Все готово. Что готово? Вообще, ты молодец. Ну, я знаю, что я молодец, конечно. Да, классно. Всем девушкам одно. Привет, я Ноль, теперь мы друзья. Только это секрет. Ладно. Смотрю, ты не расскажешь, где Маркус. Это секрет. А ты, Маша, знаешь, где Маркус? Какую лапу? У меня руки. Ярика, лапа. Что? Ночь во дворе. Никаких игр. Тихо. Сейчас из тебя суп сварим. Тихо, я сказал. Ух, какая интересная музыка. Всем спать, поняла, Маша? Никаких кушать. Спать. А ты куда намылилась, девочка? Почему еще не спишь? Ночь на дворе. А ну-ка, марш в кровать. И никуда не гулять ночью. Нормально тут ночью. А ты куда одеешься? Все, раздеваться и спать, понял? Ой, ну Барбоскины. Ну скажите, ну где мой Маркус? Ухты-пухты, какой большой. Да, он очень большой уже мальчик. Большой-большой мальчик. Некогда не мечтать. И вообще, перестаньте петь. Ночь во дворе. Я сказал, перестаньте петь. О, хватит никаких песен. О.
все, достали вы меня. Мы еще не спим, ночь на дворе. А ну-ка, марш в кровать. Поняли, спать, барбоскины. О, Винни, а ты что? Нам, пожалуйста, вот это. Вы достаньте из бутылки. Сколько можно жрать, Винни? Понимаю. Посмотри, какой ты жирный. Время вставать. Время убрать за собою кровать. Какой вставать? Время идти спать. А он вставать собирается. Скажите, собратья, мы же опоздаем на станцию. Никуда мы не спешим. Курица! Какие соловьи? Какое лето? Ты о чем? Паровозик? Ничего не понимаю, о чем ты там поешь. Сходите к логопеду. А я не могу тебе без мышей. Ребята, давайте жить дружно. Давайте жить дружно. Сейчас мы найдем Маркуса и будем жить дружно, да? Какая драка? Никакой драки не будет. О, привет, Врунгель. Ты видел Маркуса? Какие крокодилы? Откуда крокодилы? Один крокодил. Опять крокодилы. Два крокодила. Три крокодила. Никаких крокодилов. Врунгель, где Маркус? Море синим, как в аптеке. Все имеет путь и вес. Кораблем, как человек. При чем тут корабль? Все, достал, Врунгель, ты меня. Я посылаю к тебе бандитов. Убиванто, Врунгелянто, убиванто, Врунгелянто, ой-е. А ты куда, молния? О, там стреляли, там стреляли. О. Ну, как идут дела, титаны? Ну, уже скоро мы найдем Маркуса, уже скоро. Быстрее, а то я очень грущу. Я сейчас от грусти просто лопну. Ладно, ладно, мы не дадим дяде деду лопнуть от грусти. Маквин, привет. Молния Маквин. Опять? Ну куда же ты? Ну подожди, пожалуйста. Хомут. Какой хомут? Сам ты хомут. О, мальчик, привет, мальчик. Ты видел Маркуса? Какую картошку зимой? Ты что, Антошка? О, зима во дворе, снег, какие лужи. Да, еще и босиком, да. До свидания, никаких босиком. Ребята, давайте жить дружно. Сейчас будем жить дружно. Погоди чуть-чуть. Заяц. Курица, что опять такое? Ты еще тут? Все, до свидания, курица. Будет вкусный куриный суп. Куда все? Куда ты потопала? Куда ты потопала? Спать пора, она потопала. Достал ты со своим дружно. Сколько можно жить? Сейчас Федору скажу, дядя. Он тебя закопает. Дружно он жить собрался, тут понимаешь ли. Девочка, скажи, что всем надо делать сейчас? Зима во дворе! Снег! Какой босой? Ты о чем вообще? Где
да, смеешься. Вот завтра будешь с температурой лежать, да смеешься. Все, ложим игрушки спать. Идет бычок, качает. Какой бычок? Откуда? Все, все, достали все. Барбоскин, что надо всем делать? Почему еще не спим? Ночь на дворе. А ну-ка, марш в кровать. Все, все спать, вам сказали, Барбоскин. О, дедушка Фокус-Мокус, у меня единственная надежда на тебя. Я хоть и фокус, но обманщиков не терплю. Ну так скажи, где Маркус? Я тебе покажу Маркусу. Вот он! Так это же не Маркус, это Спайдермен! Или Спайдер-Волк, или Спайдермен? Я Спайдермен. Эх, дядя, извини, завтра я найду Маркуса тебе.